Мэрия Новосибирска не должна выплачивать компании «Сибмост» 2,5 миллиарда рублей. Такой вердикт сегодня вынес 7-й арбитражный апелляционный суд в Томске, отменив решение арбитражного суда Новосибирской области о взыскании денег. Истец, «Сибмоста», они основывали свои доводы на методе математической логики. То есть они привлекли экспертов, которые сказали, что была инфляция и все удорожало. Однако есть контракт, который четко, ясно прописал суммы и контрактные обязательства. И со своей стороны, со стороны городской власти, эти все обязательства были выполнены. Компания «Сибмост» пыталась взыскать с мэрии 2,5 миллиарда рублей. Якобы убытки возникли из-за того, что сроки строительства Бугринского моста затянулись. Однако все условия, прописанные в договоре, мэрия выполнила. Это подтвердили сегодня в суде. Представители компании «Сибмост» решением оказались недовольны. А значит, сторонам еще предстоит разбирательство в Верховном арбитражном суде страны. Они говорили, они настаивали на своих позициях, пытались убедить суд, что все доказательства являются надлежащими, относимыми, допустимыми, они подтверждают все их доводы, ссылались на абсурдность нашей позиции. Суд все-таки счел не такой уж и абсурдной нашу позицию. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!